чтобы ноги не потели, вот этот пепел остается, из него может мыло делаю там или что, как детская присыпка, чтобы мозолей не было. Все вот так стельки промазываем, берем прямо вот так сюда, засыпаем сапожки и тоже на носки вот это все протрясем, короче, и у нас вода, если жесткая, она получается у нас мягкая, и, короче, если даже где-то трение образуется, то ноги у вас всегда от мозолей будут защищены, тем более вот эта штука будет, когда идти выходить, и также будет отгонять клещей, что пота, запах пота не будет, и клещи не будут лезть и на сапоги, и получается, что как бы профилактические меры вот этой штукой, присыпкой, короче, от костра, вот эта зола, короче, остается пепел зола, очень хорошая штука. Ну, пользуйтесь. Если натерли, то тоже взяли золы, вот это достали, где на натертое место посыпали, и мозоли не будут вас мучить в тайге. Утро дождика как будто бы и не было. Давай. Йог будем сейчас пить. Вон как красиво все тут. Пихтулушка. Вот пень сухой. Росла. Вот я ее вот с таких лет знаю. Вот эту пихтушку вот с таких лет. Да, Федорович? Вот такая она, наверное, была. Ну, маленько побольше. Ей лет уже, ух ты. За полтинник-то стопудово есть. И пеплом тоже ножки, вот так, чтобы мозоли не было. Те места, где мозоли. Там сушину толстую. Вот это промажем все для профилактики мозолей. Вон он, недалеко пенников. Вот так. Все, одеваем сапожки.